Многопрофильный колледж сегодня открыл свои двери для студентов. Торжественная линейка прошла с участием педагогов, заместителя исполняющего обязанности министра образования и науки Элисы Гаглоевой и родителями студентов. Поздравляю вас с началом нового учебного года. Новый учебный год знаменует начало-начал. Это счастливое время для молодежи, для студентов. И я от души желаю, чтобы это время было использовано не только с пользой для учебы, для постижения специальности, но и для жизни в целом. Директор многопрофильного колледжа в начале учебного пути пожелала ребятам нескончаемого упорства в учебе и выразила надежду на то, что в будущем, после окончания колледжа, они станут высококвалифицированными специалистами. Кроме того, Элиса Гаглоева отметила значимость учебного учреждения, так как кроме экономистов и юристов, жизненно необходимы специалисты среднего звена. Мне очень понравился именно этот колледж, тем, что тут очень хорошо изучают эмоции. То есть, я хочу быть мастером цифровой информации. Обработки цифровой информации, извините. Я хочу стать программистом. По сравнению с прошлым годом, число студентов увеличилось, и это не может не радовать, отметила директор колледжа. Прием документов не закрыт. Желающие поступить смогут подать документы до 15 сентября. До 15 сентября мы продолжаем прием документов, а до 25 октября у нас будет прием документов на вакантные места. То есть, вот, например, там всего учится 5 человек, да, а могут учиться 25. То есть мы можем вот на это место принять кого-нибудь, на эти места еще принять абитуриентов. То есть я думаю, что количество у нас увеличится. Еще одним важным плюсом является то, что среди поступивших учащиеся выпускных классов городских школ с хорошими аттестатами. Очень хорошо то, что качественно, я имею в виду качество знаний, у сегодняшних абитуриентов он намного выше и лучше, чем в прошлом году. В прошлом году превалировали работающие люди, которые работали по специальности, но у них не было дипломов, им нужны были дипломы. Сейчас к нам пришли ученики со школ. И пришли хорошие ученики, у нас с хорошими аттестатами. У нас есть студенты, ну я их студентами называю, с аттестатом особого образца 6-й школы. У нас есть с 5-й школы замечательный парень. То есть качество знаний, и при том они пришли реально получить специальность. Уже с новой недели начинается полноценный учебный процесс с учебной и производственной практикой. К новому учебному году подготовлены мастерские и закуплены все необходимые материалы для прохождения практики в полной мере. Яна Плиева, Азамат Кудзиев, информационный выпуск сегодня.